Таким образом, количество оборотов, приблизительно измеренное при токе 4 ампера, даже можно сказать не приблизительно, составляло около 2500 оборотов в минуту. Ток был 4 ампера. Если даже напряжение там просело до 95 вольт, то электрическая мощность получается вот такой. 95 умножить на 4 ампера. Вольты перемножили на амперы, получили ваты. Ну и при такой мощности 2500 оборотов. Ну, конечно, не факт, что такая мощность выдавать такую мощность нормально для данного двигателя. Поэтому надо, наверное, подумать о хорошей редукции. Но опять же, если это будет с помощью педалей также, то при понижении в 10 раз с помощью ремня от этого двигателя мы получаем приблизительно вот столько. Вот столько метров в минуту. И вот столько 31 тысяча метров в час. То есть примерно 31,5 километров в час. Ну что ж, в принципе, пока что, как оно кажется, для моего не очень опытного взгляда, при таких характеристиках это вполне подходит для установки на велосипед. Если вы имеете какие-то советы по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях, буду благодарен. И в общем, надеюсь, до новых встреч с уже, возможно, успешно собранной этой самоделкой. Всего хорошего, пока-пока.